уважаемые подписчики и гости моего канала! С вами Татьяна. Я рада приветствовать вас на канале «Розовое хобби». Сегодня мы продолжим разговор о том, как вырастить черенки у пеларгонии. Ну вот, друзья мои, я составила все эти наши растения в общую емкость. И сейчас мы сделаем нижний полив для этой пеларгонии. Прям в свободное место я буду проливать воду, наливать и до высоты горшочков. Все отлично. Они будут стоять, пока не увлажнится почва. Вот прошло минут 20. Видите, как заметно, что пропитались влагой все участки грунта. То есть теперь почва увлажнена. Вот на этом горшочке хорошо видно, он прозрачный. И по этой влажной почве мы внесем удобрение. Комплексное удобрение, состоящее из азота, фосфора и калия в равных частях. Или 20-20-20, или 16-16-16. То есть любое, какое у вас есть комплексное удобрение. Можно цветочное комплексное удобрение. Но обязательно я добавляю сюда любой стимулятор для развитие корневой. Это может быть радифарм, циркон, ну, возможно, даже и пин, корневин. Эти стимуляторы помогут развиться и укрепиться корневой системе, и, соответственно, растение начнет активно расти. Кроме того, обязательно мы прольем каждый горшочек фитоспорином, раствором. Он у меня стоит, настаивается, и, естественно, как только мы его выдержим нужное количество времени, проливаем этим раствором почву. Удобрение я буду вносить по самому краешку горшка, вот из груши. То есть чуть-чуть проливаем так, чтобы не к стеблю, а по краешку горшка. То же самое здесь, самый край. Вот так. И это растение мы также напоим, подкормим. Все, им этого достаточно. Понемножку по влажной почве. Все отлично. Главное теперь поставить их под лампу, ну или на восточное, южное окно, чтобы солнечного света было теперь вполне достаточно. Почва влажная, удобренная, растение начнет тянуться к свету либо под лампу, что правильнее всего, либо на яркое, на самое светлое окошко. У меня стеллаж с подсветкой, поэтому они все будут здесь стоять и отращивать свои листочки, череночки на этом светлом месте. Лампы у меня с таймером, в 6 утра включаются, в 10 вечера выключаются. Поэтому листочки на них очень хорошие, зеленые. Я думаю, после подкормки они быстро пойдут в рост. Ну что ж, дорогие друзья, первый этап работы с пеларгонией мы завершили. Мы осмотрели растения, нашли у них растущие, достаточно большие побеги, которые будем черенковать, вырезали больные веточки, полили, дали подкормку. Обязательно все растения пролили фитоспорином и поставили в прохладное, не более 20 градусов место, под свет яркий, лучше под лампы. У меня люминесцентные лампы белого света. Достаточно хорошо растения себя там чувствуют.
Им нравится. Я думаю, что все в порядке. Вот такая у нас получилась в целом картина здоровых, молодых, растущих побегов. Листочки красивые, зеленые. Так что все в порядке. Следующим этапом нам нужно разобраться с теми черенками, которые мы сняли с нашей пеларгонии. Всем желаю успехов в выращивании пеларгонии!